Наше утро начинается в 7 часов. Котик, ты хотел телевизор? Вообще, нам не нужно вставать так рано, потому что Руслан учится во вторую смену. В школе 3 смены, хотя официально 2. Но с недавнего времени он меня просит разбудить его пораньше, в 7 часов, чтобы посмотреть телек. И вы знаете, в этом есть свой плюс, потому что теперь он встает за 1 секунду. Вы сами видели. А я сейчас буду спать. Я ставлю будильник до без 10:08. И без 10:08 буду делать ему завтрак. Пока Руслан кушает, мы сейчас повторим окружающий мир. Давай, Русланчик. Нет, я ем. Ну, немножко. Что я хочу пойти спать? Далекие времена будут... Доказали, что земля отошла. Обычно я иду спать еще где-то до без 15:09. Но сегодня, похоже, это отменяется, потому что маленький человечек проснулся. Да? Маленький человечек. Может, мне удастся тут полежать, поспать, а ты поиграешься. Как ты на это смотришь? Нет, не нравится тебе. Я Лисина Ляля, иди поиграй. Мы немножко сегодня опаздываем, потому что оказалось, что Руслан забыл свои кеды в Махачкале, а я почему-то была уверена, что они лежали там в прихожей. Вот, так что на физру он идет без формы. Ну вот, теперь целый год придется сидеть на лавочке. Почему целый год? Купим тебе новые кеды. Иногда Лису приходится просто вытащить из коляски, ой, из кроватки сонной, и положить сразу в коляску и поехать на остановку. А потом уже приходим, кушаем и все остальное. Я записала тебя на стрижку с папой. Первый этаж. Теперь пришло время завтракать нам с Алисой. У нас сегодня блинчики с творогом и сметаной. У меня еще чай зеленый. И также я купила вчера в Магните такую пасту. Давно на нее смотрела. Наш мед закончится. В общем, это мед с изюмом, орехами, курагой, чернослив перетертый. Вот, больше ничего в составе нет. Сейчас, доченька, будем кушать. Что тебе дать? Что дать тебе? Что Лисочке дать? Дай блинчик. Дай мне. Сейчас. Ну что, завтра уже приезжает Лёша. Я очень рада, потому что эта вахта как-то длится долго. Не знаю почему, может быть, потому что бабушек мам нет рядом. В прошлые разы как-то они приезжали. Вот, а на этот раз прям как-то очень долго. Такое ощущение, что его нет больше, чем 20 дней. Завтра он прилетает, я ему уже купила билет. Надеюсь, сегодня последнее дежурство пройдет хорошо. И сегодня поэтому у меня такая тотальная уборка везде, в ванне, во всех комнатах, влажная уборка и, конечно, готовка. Потому что мы все вчера съели, будем встречать нашего папу, чтобы ему было комфортно возвращаться. У нас, как всегда, веселый район здесь, на этой площадке прорезиненной. С утра был какой-то баттл среди брейк-данса, а сейчас такие более современные танцы. Видите, там такой коврик постелили.
толпа стоит, и сейчас девчонка танцевала. Алиса сказала «Си-ту». Вот так. «Си-ту». Да, она говорит, сиди тут, и я тебя буду кормить. Да, Лиса, ты кормишь братика? И запихиваешь ему поглубже, чтобы он точно съел. Она пришел держать руки опять. Она сказала, сиду. Открывай, братик, ротик. Реагия. Алисочка. Слушай, сколько я, да? Вот, Алиша. Похоже, моя интересная цена. Я буду делать урока. Мама. Давай. Спасибо, Алиса. Мама. Спасибо. Еще даешь, мама, да? В общем-то, у нас все готово к приезду папы. Ты кому, сама себе даешь машинку? Вот, он уже прилетел и едет дома. На автобусе, наверное. Да, потому что такси очень много просит с аэропорта, как это всегда бывает. Я вчера весь вечер убиралась. Да, сейчас ночи готовила супчик. У Алисюни волосики все длиннее и длиннее. И потихонечку все-таки растут вот здесь на висках. Хотя еще есть такие, как залысинки. Наконец-то у нас дома чисто, не знаю, надолго ли, потому что я так хожу за Алисой, периодически все подбираю, что она раскидывает, потому что игрушки, они кочуют из одной части квартиры в другую постоянно. Везде все валяется, в детской, наконец-то порядок. Очень быстро захламляется столешница, как это часто бывает, все горизонтальные поверхности притягивают просто всякие мелкие предметы. Ну, уже вот здесь она игралась, поэтому идеального порядка в детской не получится. Ну и на кухне, да, на кухне тоже чистенько. Не хватает, очень, конечно, не хватает нам подушек, но пока это тоже покупка откладывается. Как раз к Лешному приезду приготовилась запеканка творожная. Выставила сметану, джем, и вот готовая запеканка. Еще вчера я до часу ночи варила грибной супчик. В общем-то, мне осталось только помыть ванну. Я думаю, что я успею сейчас это сделать, если перестану болтать на камеру. Планировала все это сделать вчера, но я вчера случайно наткнулась на видео одного парня, где он рассказывал, как можно установить бесплатно все платные фильтры с программы обработки. Программа обработки ВСКО. Я думаю, что многие знают эту программу. Там дорогие фильтры, там, допустим, набор каких-то фильтров стоит 560 рублей, какие-то 300 рублей. Ну, согласитесь, когда... Согласитесь, как-то не очень охота платить деньги за фильтр. Так вот, я по его инструкции все сделала. Там нужно было скачивать архив, потом там устанавливать, в общем, распаковывать. И у меня получилось. У меня теперь 120 фильтров, которые платно, на самом деле, бесплатные в ВСКО. Я оставлю ссылочку на это видео, можете тоже себе установить. У нас сломалась машинка. Правда, ей уже 10 лет. А начал скрипеть барабан. И вызвали сегодня мастеров. Я вам сейчас покажу, что они вытащили. И вот что они вытащили. Оказывается, у нас полетел нагреватель, а скрипело это вот эта вот накипь, которая кусками насыпалась вниз. Ну, как-то попала под барабан, я так поняла. Потому что вон она в пакете, прям кусками. И, в общем, ремонт машинки, замена этого стоит 3700, кому интересно. А я сейчас опять буду красить волосы этой же самой краской без аммиака. Она быстро вымывается, и что мне нравится, она не портит свой натуральный цвет. То есть, когда аммиачными ты пользуешься, потом коричневые оттенки вымываются, остается такой немного ржавый как цвет на волосах своих, то вот эта краска, она ничего такого не делает, и волосы свои натуральные у меня... Как бы она подвымылась, вот этот темный пигмент вымылся,
И натуральный цвет волос у меня, в принципе, остался таким же, как он есть. Вот так вот. Мне очень нравится этот цвет. И еще очень нравится, что волосы имеют такой, знаете, зеркальный блеск. Жалко, что это, конечно, недолго сохраняется, но вот когда покрасишь, просто чувствуешь себя такой красоткой. На самом деле Леша приехал уже как 3 дня, но я выпала из режима съемки, потому что когда приезжает Леша, у нас начинается вот это массовое хождение по гостям, либо хождение гостей к нам, так как давно не виделись, и, в общем, все хотят с нами увидеться, и мы хотим увидеться. Вчера удалось даже выйти, так скажем, в свет, выйти в гости, и у меня был повод надеть платье, каблуки, накраситься, сделать себе укладку. Это не так-то часто выпадает. А вот и наши красавчики. Что такое? Что тихо? Иди, ключ не выпустил. Заходи. Наши красавчики пришли со стрижки. Братик, да? Леша еще в прошлый раз хотел все постричься. Лиса, платье, обними. Что-нибудь по-другому. Ну что, мне нравится. Смотри, какой братик красивый, как ему идет стрижка. Какой он красавчик. Сейчас уроки пойдет делать, моя прелесть. Я сегодня попыталась постирать коляску, но пятно, кстати, не отстиралось. Надо будет еще раз. Причем, что это не жир какой-то, это просто банан здесь размазался. Кусок она упустила и, кажется, сидела на нем, размазалась. И вот этот вот чехол, он не снимается. Так что приходится так мыть.